Осенний паводок нанес значительный ущерб жителям Кентубекского сельского округа Бурлинского района. Большинство людей, чьи дома теперь уже непригодны для жилья, разместились у родственников и знакомых в райцентре. Некоторые из них изъявили желание, чтобы вместо разрушенного жилища им построили новое. О том, как идет строительство, далее в сюжете. В селе Кентубек стройка, как говорится, кипит. В текущем году пострадавшим от паводка бурлинцам, как и, в принципе, другим жителям области, дали право выбора – купить готовое жилье, либо построить новое. Люди пенсионного возраста, чьи дома оказались непригодными, решили переехать в райцентр. А те, кто держал хозяйство, захотели остаться. И здесь надо отметить, что помощь одинаково будет оказана и тем, и другим. Из 27 затопленных домов в поселке 21 признан непригодным. 11 семей переехали в Аксай, для остальных дома строятся. В Бахтаарале из 18 домов 9 признаны непригодными для жилья. В результате там сейчас строят дом для одной семьи, остальные уехали также в Аксай. В совхозе все 8 домов пригодны для жилья. Представители строительной компании, которые возводят дома для пострадавших, говорят, что завершат работы в срок. Кроме этого, в текущем году планируется начать строительство дамбы, чтобы защитить села Кентубек и Бактаарал от возможного паводка в будущем. В работе мы используем кирпич, керамзитоблок, плиты толщиной 10 см, облицовочный кирпич 12 см. Таким образом, стена будет толщиной 42 см. Площадь дома составит 82 квадратных метра. На объекте трудится 41 человек. Сельчане выражают огромную благодарность правительству страны, что не бросили в трудную минуту и оказали помощь. Наш дом ушел под снос. Нам дали три варианта на выбор, либо переехать. Взять жилье в Бурлинском районе, либо построить в новом месте нашего аула, или на своем же месте. Мы решили строить дом на своем же месте. От государства нам помогает, дали помощь, гуманитарную помощь, оказывается, уже не единожды, материальную, финансовую помощь. Также обещают построить к середине августа нам новый дом. Стоит отметить, что к работе также привлекают местных жителей. По плану строительство домов должно завершиться в начале августа. Олег Великий, Мараджу Магалиев, Саид Самигула, Акжай Акпарат.